Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 5.1 Plus изменить рингтон. Для начала заходим в настройки. Далее звук. Сигнал вызова телефон первая сим-карта. Нажимаем сюда. И выбираем рингтон для первой сим-карты. Пускай будет это, нажимаем ОК. Можем также выбрать для второй сим-карты. Пускай будет это. Нажимаем ОК. Также можем изменить звуки уведомления. И точно так же можем изменить звук будильника. Собственно, на этом все. Все очень и очень просто. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!